Ученые из Красноярска доказали пользу консервированной сайры. Специалисты Института биофизики Сибирского отделения Российской академии наук и СФУ пришли к выводу, что в этом продукте максимальное содержание полиненасыщенных кислот омега-3, которые важны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, продукт доступен по цене. Проверяли не только консервы, но также рыбу вареную, жареную и припущенную. Камбалу, треску, горбушу и сельдь. Одной только сайры 14 марок. По содержанию полезных жирных кислот к сайре приблизилась только сельдь, а вот элитные сорта рыб от нее значительно отстали. Мы проверяли нашу саянскую форель, которую мы брали в хозяйстве на Майнской ГЭС. Это недалеко от города Саяногорска. Прекрасная форель, намного лучше норвежской. Сайры нужно потребить где-то 20-40, 50 грамм для того, чтобы получить суточную дозу ЭПК и ДГК. А форель, ее нужно употребить больше 100 грамм.